Количество пользователей услуг Белтелекома из года в год увеличивается, что, несомненно, говорит об их качестве. И на данный момент общая численность абонентов Брестского филиала предприятия исчисляется сотнями тысяч. В Брестской области компания Белтелеком обслуживает клиентов в 20 сервисных центрах, а в самом городе их два. При этом руководство предприятия делает все возможное, чтобы минимизировать необходимость личного посещения в непростой период пандемии и улучшить качество предоставляемых услуг. Рекомендации, которые мы получили, они действуют. Это прежде всего дистанцирование, это избегание состояния скученности, когда один на другом сидит, это необходимость пользоваться средствами защиты индивидуально. Это все применяется, используется. Белтелеком активно практикует работу и обслуживание клиентов удаленную. У нас есть возможность подать заявку на подключение услуг через сайт по телефону 123. Поэтому при первой же необходимости клиент должен помнить о том, что большинство вопросов можно решить без посещения сервисного центра, потому что, конечно же, в таких условиях, когда нет большого количества людей, одновременно обслуживаемых, это, конечно же, наверное, проще. И решать вопросы, связанные с защитой работников и клиентов от возможного заражения коронавирусом. Однако, если у брещан возникает необходимость личного посещения сервисного центра, его специалисты готовы проконсультировать по возникающим вопросам, предоставить выписку и, конечно, рады будут оформить договор на подключение различных услуг новым абонентам. Но только в том случае, если вы будете правильно экипированы, то есть на вас будет маска. Я обратился с проблемой подключения телевидения зала. Так как сейчас я живу в таком районе, где Киевка, там не сильно тянут антенны домашние. И тут пакет очень хороший предлагают сразу, тройной, где оплачивается телефон, интернет и телевидение, как бы по более дешевшей цене, чем все это по отдельности оплачивают. Частный сектор нас никто не хочет идти с частников. Они считают, что это для них дорого. Просто надо проложить только километры линии. Только один Белтелеком это и делает. Так что без него нам никак не обойтись. Качественно, своевременно, доступно. Так коротко можно сказать об услугах, предоставляемых Белтелекомом. Неудивительно, что это выбор 80% населения нашего города. Стоит добавить, что сотрудники компании постоянно стремятся к расширению и обновлению сервисной линейки услуг. Буквально сейчас к Новому году Белтелеком подготовил подарок нашим клиентам. Мы внедряем новую платформу интерактивного телевидения с новыми сервисами. Будет доступно многое из того, что было раньше доступно только на компьютере. Я говорю про сервисы YouTube, я говорю про сервисы, которые сейчас активно используются многими, например, Мегого или Иви. Эти услуги уже будут доступны в рамках пакетов «Ясно». Поэтому милости просим. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.